Санитарных врачей региона с профессиональным праздником поздравил Андрей Клычков. Слова благодарности за их ежедневный труд губернатор произнес на торжественном мероприятии, которое прошло в Роспотребнадзоре. Более 40 работников ведомства наградили почетными грамотами и благодарностями. По указу президента Владимира Путина, двух сотрудников Орловского центра гигиены и эпидемиологии, врача-эпидемиолога Зою Зубкову и биолога ПЦР-лаборатории Ольгу Цицыну, наградили орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Я хочу, наверное, в первую очередь по-человечески сказать вам огромное спасибо. Потому что каждый из нас в той или иной степени столкнулся и с болезнью, и с проблемой, и с необходимостью принятия иногда непростых, непопулярных решений. Но все эти решения были направлены на сбережение жителей Орловской области, здоровья каждого, находящегося или живущего на территории нашего региона.